Кто людям помогает, тот тратит время зря. Прошлыми делами расслабиться нельзя. Смахивает на проповедь. Не гони, это, блин, истина жизни. Твори добро другим на зло. Ты в церковь ходишь? Можешь заняться списком, нахуй, скинуть список Тёме, блядь, кого хитрить, нахуй, сгрибили. Там первое я буду? Блядь. А мне похуй на тебя. Там не будет. Слава, надо взломать. Что? Не надо этой хуйни. После рейда, когда люди убьют Лича, не забивайте голову. Да, я шучу. Я про тех людей, которые на рейде не ходят. Как дух называется? Дух. Офаться надо, спасибо. Виталь, ну смотри, по поводу тех, кто в рейды не ходят. Вот шкаф. Давай, пока. Удачи. А. Счастливо. Опять я за... Не Лива из группы. Сейчас дам их прямо. Все, мы шли. Чем, надо уйти, что ли? Угу. Он же говорил. Давай, Якутия тут. Якутия, говорит. Якутия, тактику знаешь? Да. Он для чего? Ну, блядь, на танка знаю, там типа танчишь мобов в сторонке, там туда-сюда. НДД. Что надо делать, когда на тебя скорнение? Отойти, может? Куда? Подальше, блядь, от всех разбежаться там что-то. Молодец, от всех, правильно. На крайний случай, если ты стоишь на краю, блядь, и видишь, что ты сейчас заглядываешь рейд, что ты будешь делать? Подожди, правильно. Прыгать нахуй с обрыва. Сука. Если, короче, какие-то проблемы, прыгай с обрыва, помню. Это на страх так бегал, прыгнул. Суманить еще раз. Ой, ты тут? К сожалению. Че, мы это в 6 хилов будем убивать? Или мне нахуя? Ты в ШП. Каких нахуй 6 хилов? Че, ебаный. У меня у одного зависло. Да. Сейчас зайдем. Распределите, пожалуйста, СС. СС. Мастер, ты просто анонси это осквернение и тогда точно убьем. Там уже будет видно. Да я понял. Хочу пойти покурить. Надо гулять. Yes. Че вы дрочите, стоите? В треугольниках танк стоит. Кто сейчас танчит, то в танк у вас кто? Микстурка? Микстурка. У нас микстурка на роге. А, ебать. Бля, Войт, может пан... ты? Нет, пан, тогда ты давай. Протопал, нормально. Наконец-то нормальный рейд. Пан в треугольнике, весь рейд в ромбике. Алиса... С лечом в череп. А, стоп, какого пана? Стоп, слышь, сомалийского спекни, у него нормальный да, танк. Да, но он не танчил. Сомалийский ты не танчил? Не танчил, че? Убей. Ты танчил? А Гарема? Да, да. Тихо. Да, Гарема тоже танк. Сомалийский в танках, пан обратно в ДД. Централизация босса очень важна. Вот эту звезду и вот эти все окрестности нельзя заливать лужей. Лужа должна вноситься минимум вот сюда, в эту... В это железное кольцо. Надеюсь, это понятно. А куда босса ставлю? В пизду. Чек на пул. Босс в центре. Да не сполож. Ну, блять, Алиса, ты первый раз, что ли? Виби, тебя ждем. Иди запускай босса. Ну, приготовься запускать сейчас. Виби готов, запускай.
дрочим не стоим, блядь. Я не буду активацию исключать, я сейчас буду молчать. Мастер шеф пистук говорит. Все сказал. Да. Запомнить цель на лича нажмите. Когда он начинает кастовать осквернение, он выбирает вас в цель. Цель цели, подскажите, где находится, быстрее в чат напишите. А, Виби, кидай, а, как он называется? Это говно. На лича. Косноязычие. Все в ромбик встаем? Да. На ком будет чума, тот идет в треугольник. Скажут ник, пойдете в треугольник. Под морду шаркающий ужаса, высокий моб такой. Нельзя заходить, он убьет ударной волной, с одного удара вас. Давайте скоро чума. Аспер. Ушел как раз. Диспел его. Ушел обратно. Дай здесь короче мой. Фардейский шторм, извините. Гарема. Диспел. Можешь сам себя диспелить, если что-то поводит. Обратно. Не надо. Я победил. Это надо мой. Никого диспелить, я не сижу за диспелом. Второй шаркар. Чума 5 секунд. Обрат. Скоро вторая фаза, 2%. Побежали на край. На край все на край. Мелкого не берем. Гневного на поле. Чума в рейде. Я заспоил уже все. Следующий дух. Напулили. Далее поставить на протекру. На ком синий луч? По возможности выходите подальше от скупления народа. Чтоб хилам легче было. Нормально чуму ты продиспейлил. Не продиспейлил? На мобах ничего. Потому что она на рейде была. Что мне это делать? Потому что я говорил, мелкого нахуй не бить. Завели на платформу. Зашли все на платформу. Перед гневным, перед мордой не идем. Малийского прохил. Веди под босса мобов. Даем геру, заливаем. Только чтоб не кливали. Мальки. Шикарей, не веди за вальками нахуй, сейчас клевые. Да меня валька схватила, как я их не буду вести? Бейте, перед мордой просто не стойте. Осквернение. Кавинар. Алиса. Алиса. Она стоит в центре, спит, как всегда, нахуй. Ёбаный рот. Электроша, можешь встать? Алиса, где держишь, нахуй? Сейчас вальки прилетят. Не житесь. Заражение не пошли. У меня опять не вспоминаю. Кто? Электроша? Кто у кого?
Да, электро сам. Давай, чини интернет, блядь. Это говно какое-то. Алиса, ты спишь. На тебе тоже кидается лужа. У тебя все, да, нормально, да, там. Выносить ее надо, выносить из центра. Не надо в центре, это говно, этой лужи. Не надо, ты понимаешь это, понимаешь? Да, я задумалась про сессорию. Ты смотри, сомалийский, либо ты забираешь два моба, то есть шаркарь плюс мелкий, либо забираешь всех мобов. Понимаю, но какой-то человек, когда была переходка, бил этих мобов. Так. Я его забираю, он так, уходит обратно. Так, 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 тихо, помолчи. Сейчас я тебе скажу, что ты будешь делать, и ты будешь это делать. Сомалийский. Появляется шаркающий. До шаркающего берешь одного маленького моба, появляется шаркающий. Придерживайся правила двух мобов. Когда у тебя один шаркающий, держишь одного вордалака. Он сдох от чумы, таунтишь второго. Понял? Да. Когда вылазит второй шаркающий, ты берешь его к себе. И у тебя два шаркающих. Маленьких больше не берешь. Когда один умирает, можешь взять одного маленького. Это делается для того, чтобы чума убивала в первую очередь шаркающих. Это делается для того, чтобы никакой срыв ДД по маленьким, никакой АУЕ не забирала их с чумой. Потому что ты их, блядь, не удержишь. На тебя их никто не напуливает. Правило двух мобов. Делаешь так. Это стопроцентная тактика на убийство. А не вот это говно, что чума исчезла, блядь. Она не должна исчезать. Все, запомни это. И делай всегда только так. Алиса, в центре не спи. Шкаф, шкаф. Еще раз тебе объясняю, не всех, а правило двух мобов используешь. Это стопроцентная тактика на убийство. Остальные тактики, они рискованные. Они рискованные. Он тут уже. Не для наших рейдов. Лапу. Баффы обновляйте, ешьте рыбу. Алиса, Зидун, подтвердите готовность, лич уже запускается. Зидун тут? Зидун не принял готовность. Зидун, Лёха, прием. Уснул за компьютером. Это что он скорее курит, чем уснул? Ну, весело. Он скорее бухает, блядь. Бля, это пиздец, ну зачем ты запустил? Зидун! Смотрите, чтоб чума на меня было, сейчас здесь полетит, рейди. Готовимся, скоро чума. Клыкач. Успел. Чума сейчас будет. Маленького забери одного. Пан. Пан. Двух не надо. Все, стой с ним. Скоро шаркарь готов. Он выехал. Кто? Зидан. Все, больше чума. Электрошам.
возьми. Одного только точечно. Уже возьми. Готовимся. Сейчас я тебе все. Переходи. Ушли на поход. Этих мы зауешим, не трогай. Не веди их туда. Куда повел? Сука, кто это делает? Да, Игрин. Не спойтесь. Не делайте говно никакого. Зауешатся они. Знаете, откуда объявление в ДБМ эстетический шторм? Жайна. Угу. Давайте об осквернении лучше вспоминаем. С под лица духа уйти. А. Алис, я третьего заберу, подведу под босс. Нет, она заберет. Не трогай меня гроб больше. Не трогай ничего сейчас. Ебать, я разбил. Агро, напуливаем на Алису. Играй, агро. Веди сразу плечо. Веди, беги с ним. Перед мордой не бежать. Тут ДД по духу. Отлично. Это что, чит у тебя? Духа убили? Все, дальше. Нет, я в каждого. Скрипты по-любому. Не. Где Гера? Оскорнение 8 секунд. Разбежали. Мастер. За спину лечу. Пан как умер. Его Хайра был. Ну что Хайра этот, дух. Второй. За спину босса все. Давай, оскорнение. Чума. О, оскорнение. Выбежали, разбежались чума, все. Чума. На полукруг разбежались. Смотрим на ком лужа, на мне. Валик убили все, улдоды. Захил оскорнение. Заражение захил. Теперь выведи лича с центра. Сначала будет лужа, потом валик. Выведи отсюда лича. Все вышли с центра. Лужа. Оскорнение. Секунда лужа. Разбежались в рейндж. В рейндж. Лича в центр. Звезду, встали весь рейд в звезду. Вой, да. Да, фулл дэмаг повали. Ромбик не бить, ромбик не бить. Ладно, бейте. Да. Бейте, бейте. Ну лучше убить меня, да, бейте. Вот. Оскорнение 5 секунд, оскорнение. Разбили валик быстрее. Вышли из-под валика оскорнения. Отошли отсюда. Просто беги, лок, и все. Беги, нормально. Захил заражение. Оскорнение. Разбежались быстро из-под валик. На пути валик не стоять. Фулл ДД по валькам РДД. Пошли валик. Великий валик, фулл ДД. У тебя знаешь, что делать в комнате? На ба убить, каз бить. Красавчик. Оскорнение. Оскорнение вышли. После осквернения сбегаемся в центр. Утя. В центр все. Быстро в центр. К лечу. Уведите нахуй. РДД повалит.
лужу не заходит. РДД кружок разбили, милики помогли. Разбили, сука. Сука, Вальку разбили. Ускорение. Ромбик умрет. Вышли, скорее, рейндж набрали. С центра ушли, сука. Клыкач. Вернулись в центр. Краю веди. Идем после Валик. Стой тут пока. 1% переводим в лича. Переводим фул ДД в лича. Вальком стоит. Все, пошли на край. На край пошли все. Быстрее на край. На край блока. Прожимку. Прожимку захиливаемся хорошенько. Долгим. Все. Отлично. Ой, блядь, у нас всегда вайперы таких пальцев. Нет, не будет вайпера. РДД по сферам, без исключения, все убили сразу. Убили и бьем дальше духа. Тут всего два духа. Второй вышел. Сало, не могу забрать. Да, сбил. Это по-любому скрипты. Не, просто никакие кнопки нахуй не жму. Все просто сферы бьем стрим. Нужно подойти. А там еще на циркуле практиковали нахуй. Кого заберет в комнату? Надо захилить. Вас 5 хилов. Шар разбили, шар убили. Шар убили. Хилы, приготовьтесь. Лича стоим заберем. Тут, куда побежали? Сражаться будет. Виби, все. Виби за Виби захил. Хилы видят. Все, тут главное сквернение, не проебать, все. Сейчас за сквернение, а не, сквернение позже. Сейчас ближе уже как подойдет на ту сторону уже будет. Осквернение. Разбежались. Подвигайтесь. К ключу не подходить, осквернение. Все, идем. За спину лечу. Блять. Встали за спину лечу. Я попал в Альдеза, сука, за спину. Духи летят по 20 тысяч урона. Осквернение. Осквернение будет. Разбежались. 3 секунды, секунда. Виби. Справа, слева, прожимку лица. Алиса. Она выросла. Какую? Прожим. Сука, забери. Забери Смолийский. Божественную защиту прожми. Далин. Чулан поднял, захил Винар. Не забирай сразу, тебе, блядь, баф даже не дали, сука. Фу. Захиливаем просто рейд. Ставь сюда лича. Жатва, по осквернению. Вышли осквернение, скорее всего, будет сейчас. Разбежались в рейд. После духов, скорее всего. Нет, духи потом. Ничего, разбежались. Доберси. Утя каз бить нахуй, моба быстрее убить. Так, остался. Блядь, хорошо. Шли за лечом. Становимся в звезду. Звезду все встали. Алиса фуриба. Смолиского прокил. Сука, прожимку Алиса, это значит прожимку, чтоб ты не сдохла. Он не убьет под незыблемостью. Осквернение. Осквернение. После духов, наверное. Разбежались. После духов, после духов. Утя, чё у тебя в комнате? Да, я добиваю уже, 30 тысяч. Перебегай. Чё добил. Молодец. Подведи чуть ближе и поверни спиной его. Блядь, тебе духа хлопать надо. Ой, ёбаный в рот. Дрочишь, стоишь. Сейчас жатва будет. Захиливаем Чопса. Чопса захил. Захил, сука. После духа будет оскорбление. После духа сразу оскорбление. Разбежали. Бокус. Побежали на ту сторону. Разбрачиваем. Тут добьем, скорее всего.
Да, Игрон, какого ты хуя там стоишь, блядь? За спину боссом. Осквернение после духов. После босс, духов. До духов, его... может быть. Может быть, блядь. До духов. Вот оно, до духов. А, вот. До духов. Отошли от него. Бегите, Игрен, сука, слушай, там. Бегите. Все, бежим и там добиваем 2%. Есть такое, что до духов он таймер идет. Немножко сбивается. Ну как? Накладывается. Я убила, походу, потому что он как-то докастовал каст. Или... И убил моба союзника. Оскорнение. Они разбежались. Ну, в принципе, там добил. Просто выйдите на рейдж и добивайте. Просто захил. И все, можете не захиливать. Добили. Диваны, диваны. О, сука. Нормально, блядь. Что движет вами? Праведность. Ну, первый раз для него был. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя да ДЦ, блядь. Награди. Наверное, не умеет за свой класс играть, да и плохо тактики знает. ДЦ, это ты в Дисе? Который в Вальдезе или как там? ДЦ, ты тут? Ну как тебе бой, нормально? Какое нахуй? Какое интересно. Обновление в ДЦ? Ну, подожди. Интересно, нормально ты справишься с такими боями? Как тебе бой этот? Ответь. Тут первый раз. Ну ты... Ты понимаешь теперь, что делать? Все нормально у тебя? Плюс-минус. Послушай людей, которые тебе или поспрашивают, как хилить за ДЦ. Молитва исцеления, молитва восстановления, символ молитвы исцеления. Но это не ДЦ, это какой-то хуликвист. Где мой Метриос, алё? Во, даже осколок упал. Нихуя себе. 3 осколка за рейд. Это хулиприст какой-то. 14 щитов всего лишь. Блять, Вальдеза. Удаляй спек, делай ШП. Да. Вальдез, ты смотри, у него обновление вообще нахуй стоит. ДЦ. Он хилит даже обновление. Он в ДЦ. Он в ДЦ, но он хилит обновление. Вот, ну, не понимает ничего. Да, обновление на Т4, походу. Или Т4. За сколько дали надо давать? За половину? У него Т10 вообще-то, у него нету Т4. Понятно. Войд. Чулан первый по урону. Что? Далин, ну, пятого хранителя за половину надо. Шо? Далин код, у него мейнспек за фулл. Первая цифра вроде. У котов это идет мейн-пушка, так что им за полную цифру. Ну, у них всего одна пушка. А чё, за килл или чата дадут и пейн? Дадут, дадут. Обожди. А портал дадут? Обожди. А у нас маленький. Пизды дадут еще. Так, чулан, все правильно. Мы его спекнули в ардру, но у него мейн спек код. А если мейн код спек у него, то он забирает за фул. Все правильно, не? Окей. Сейчас сделаем по-другому. Отними ему половину просто. Вторую цифру начисли ему. Сейчас. Просто отними и все. Я ему начислю вторую потом. Начислите, начислите. Чё там? Токены остались. Кто прилив забирает? Пип попал. Значит, у Ромкоу ниже пип попало что-то? Да, он был на одно место ниже. Токены по роботам.
Так, для ИП... А почему он не Рестер или... Кто? Электрошам. Электрошам, ты собираешься перестать хилить? Я не советую этого делать. Если ты просто сделаешь лемма и будешь давать ниже 10-11 КДП, ты просто пойдешь в эти рейды, на то, так что задумайся сам. Что для тебя это делать? Все в рейде для начисления ИП есть? Или кто-то на замене сейчас есть? Микстур, да, Якутия, подожди. Якутия ты начислял после Сендры? Ой. Да. Да. Сейчас я... Ну тогда начислишь ему отдельно. Я просто отниму две... Мне, наверное, за два босса только стоит. Поставьте его, пожалуйста. Чудесами. Ты его это отнял? Годи, дай его обратно возьму. Я отнял, ничего не делай. Его кикнул, я его кикнул. Ну и что, я его отнял. Блять, кто там, сука, ходит сейчас, блять, как в ебу мут, нахуй. Его инвайтить? Не надо ничего инвайтить. А, инвайти, утю. Просто еще ничего не начисляли. Сейчас я просто дам 3-400 и все. Все, все, стоимость. Сука, лут поставьте. Я поставил уже. Все, ИП есть. Можете быть свободны. Все, всем спасибо. Хороший рейд, хороший лут. Дмитрий, с него упал. Какой хороший.